Дождь давно закончился, а вода вдруг совершенно случайно утром воскресенья в 6-10 утра начала литься к нам во двор. Такое впечатление, что она льется и кто-то ее сливает. До этого никакой воды, по крайней мере, ночью не было. Ну вот, скорее всего, она выливается со стороны автомойки. Потому что на дорогу ее выливают, то есть грязная вода вся после мойки машин сливается на дорогу. Администрация города дежурный сказал, что это не их, надо определить, не их обязанности, а вода льется грязная к нам во двор. Мысхакское шоссе, дом 56.